Взяли мы себе еще куриц-молодушек, 8 штук. Несушек у нас осталось всего 4. Сейчас ходят, обживаются на новом месте. Ну, молодушки от несушек, они сразу же отличаются, их видно. И молодушки у нас начнут нестись примерно через 1,5 месяца. Друзья, всем огромный привет! Всем привет! Погода у нас сегодня оставляет желать лучшего. Сами видели, какая она. На улице все серо и пасмурно. Постоянно пролетает дождик. Стало уже очень холодно. Мы пока летнюю кухню закрыли. Еще обещают более-менее такие теплые деньки. Мы посмотрели по прогнозу погоды на следующей неделе. Но сегодня очень холодно. Ну и двери закрыли. Топим только в этой комнате. И уже пролетал первый снег. Он шел буквально секунд 10-15, такой прям кратковременный был. И это не снежинки летели, а такие, как вот бисер, ледышки. Как ледышечки такие маленькие. Он так посыпал-посыпал вперемешку с дождем и кончился. Сегодня вот этот вот ветер, который очень сильный, он гонит к нам, я думаю, снегопады. Скорее всего. Да и поскорее бы уже, чтобы выровнялось, потому что вот эта серая осенняя погода, она уже поднадоела. Хочется все-таки снега уже, чтобы выпало, потому что все к этому идет. У нас сегодня на соседнем доме оторвало лист железа с одной стороны, и вот он целый день вот так вот хлопает туда-сюда. Такие хлопки только стоят. Порывы ветра, он как только поднимет его. Пум-пум. У нас приготовился салат. Катя в прошлой серии готовила салат, вот такую, как это, закуска, можно сказать, салатик. У нас все 7 банок целые, все хорошо, ничего не лопнуло. Давайте сейчас попробуем, что у нас за салатик получился. Мне даже самой интересно, что получилось. Сырой мы ели, кстати. То, что там было. Так, ты куда побежала? Сейчас.
культурному в тарелочку все положим. Ну слушай, аромат вообще прям. Вкусно. Так. Что, пробуй. Намотаем капустки. Ничего, вкусненько так. На закусочку. И от сырого салата отличается. Прям там немножко другое было. Ну, я не скажу, что там хуже или лучше, но просто отличается и то вкусно. Витаминный салат. Скоро мы за капусту возьмемся. У нас еще много всего сильно готовить. Квашеную, соленую, эту маринованную. Наша самая прям любимая. Ну, салатик прям вкусно получился. На природу к шашлыкам вообще будет классно. Такой салатик, он уже готовый, все, приехал, мясо пожарил, раз, вывалил. Свежие овощи, конечно, тоже хорошо с ними. Ничто не сравнится, но вот, например, зимой самое то, прям такой салатик, летний салат, назовем его так. Ну, как называется-то? Кубанский. Кубанский. Ну, это юга, так что будем считать, что это летний салат. Наш уральский, на Урале приготовлен. Я еще по рецептам смотрела, да, огурец добавляют, но у нас уже огурцов нет. И в моем рецепте не было огурцов. Чай в такую погоду самое то. Сейчас заварим. Еще бы на улицу не выходить. Спать целый день. Печки. Заварим. Греться. Баню сегодня подтопить надо будет. Ветра бы не было, так ничего. А ветер он так неудобно с ним. Не поработаешь ничего. Погоду по большей степени все и дома сидишь. Так, мелочики это делаешь только. Здесь у нас сбоку стена неровная, поэтому выравниваем при помощи саморезов, чтобы оно шло вертикально. Здесь плотно к бревну, а здесь уже не плотно идет у нас. Thank you.
Сегодня в русской печи испеку растягай. Разводим тесто на молоке. Хорошо. Саморез спустил повыше, потому что на уровне не получается. Здесь идет щель между бревнами. Сделал повыше его. Так, и сверху последний. Давно у нас не было роликов со стряпнёй, где я пеку в русской печи. Сейчас с приходом холодов таких роликов будет больше. Пока замешиваю тесто хорошо. И будем ставить его на печку, оно будет у нас выстаиваться. Подниматься потихоньку. В это время займемся рыбой. Раз, два, три, поехали. Начало у меня положено, причем хорошее начало. Сделал всю вот эту мелкую работу, на которую тратится больше времени. Остается буквально немного. Вот это вот место сейчас подогнать. На обод, на циркулярке распустить вот эту вот вагонку, реечку. Если она у меня вот так выставляется. Я ее распущу, кусочек отрежу. Вот эта часть у меня встанет вот сюда.
а это будет уже ровненько с ней стыковаться. Ну, это так вот у меня в планах сделать, как получится, посмотрим. А там дальше уже пойдет как по накатанной. Здесь даже, может, там вот подальше не придется отпиливать вагонку, то есть так будет вставать трехметровая. Здесь еще буквально, ну, там штучки 2-3 надо будет отпилить и уже потом только накручивать. Раз, два, три, поехали. Начало у меня положено, причем хорошее начало. Всю мелкую кропотливую работу я уже почти сделал. Сейчас осталось вот эту последнюю вагонку распустить на циркулярке. Она у меня выставляется, вот этот вот край. Его надо отрезать и стыковать. Вот эта вот часть, которая у меня отрежется, она пойдет вот сюда как раз в паз. А здесь уже все ровненько встанет. Но это так в моей задумке, как получится, посмотрим. А там дальше уже пойдет как по накатанной. Там даже, может, какую-то часть вагонки не придется отпиливать. Будет вставать сразу же трехметровая. Здесь вначале, конечно, еще придется отпилить. Здесь вот у меня еще идут ступеньки. И надо будет немножко подпиливать. И все, в принципе. Работа там уже пойдет быстро. Начало у меня положено. Причем хорошее начало. Сделал уже всю вот эту мелкую работу, на которую тратится больше времени. Осталось только вот распустить вот эту крайнюю рейку. Я ее еще не прикрутил. Просто поставил, чтобы посмотреть. Сделать замеры, сколько надо отпиливать. Ее буду распускать на циркулярке. И вот эта часть, которая отпилится, она у меня станет вот сюда как раз в паз. И все ровненько должно состыковаться. Так у меня в планах, как получится, посмотрим. А там дальше уже пойдет как по накатанной. Там дальше уже даже не придется вагонку отпиливать. Она у меня трехметровая, я думаю, что она как раз будет вставать. Но здесь еще несколько реек придется отпилить. Получилось плотно, но немножко неровно. Из-за того, что бревна неровные, одно больше другого выпирает, вот сверху почти плотно состыковалось, а здесь немножко выпирает. Ну ничего страшного. Главное, нету никаких щелей, зазоров. Смотрится хорошо, если не приглядываться прям так, но даже и не видно. В крайнем случае можно сюда какой-нибудь уголок вообще положить, он декоративный. Тогда вообще заметно не будет. Пока тесто у меня поднимается, подготовим все для растягаев. Я уже начистила лук. И сейчас чистим рыбу. Рыба у меня горбуша.
Ну вот теперь как надо. Сейчас уже дальше работа пойдет по накатанной. Угол сделали. Вот тесто как хорошо поднялось. Немножко его примнем и оставим еще, пусть разочек поднимется. Рулетка у меня не выдержала, старенькая уже, отвалилась. Сейчас лук с рыбой нужно поперчить, посолить. И добавить растительного масла. Хорошо перемешаем.
Сегодня помимо растягаев в русской печи приготовлю спагетти по очень интересному рецепту. Сейчас готовлю овощи для соуса. Нарезала перец, помидорки сюда. У меня черри и несколько больших, я их разрезала на дольки. И чеснок. Березовые дровишки долго горят. Сколько от них жара и углей. Хорошее тесто. Пышное. Ну вот, друзья, вырисовывается уже первая картина. У стены появляется вот такой опрятный внешний вид. Сегодня я вряд ли успею сделать все, потому что здесь вот вначале долго провозился. Здесь у меня сейчас прикручено две упаковки вагонки. А всего в общей сложности мне их надо привернуть 6. То есть осталось еще 4 пачки. Но здесь, конечно, сейчас работа уже идет намного быстрее, чем в начале. Там я вообще долго возился. Сейчас отмеряю 2,80, пилю и прикручиваю. Прикручиваю я, получается, через две вагонки. То есть сюда саморез, сейчас еще одну
вагонку и потом в следующую саморез. Угли прошаяли, остатки я сгребла в загнету, и сейчас ставим выпекаться наши растягаи. И сразу же будем выпекать овощи. Я их заранее посолила, поперчила и добавила туда оливковое масло. Какая красота, друзья! А запах какой! Давно мы не пекли в печи. Уже начинают румяниться. Так, хорошо. Ну и ветерочек у нас сегодня, я думал, он хотя бы к вечеру спадет. Сейчас уже стемнело, до сих пор дует. Тут хоть за стенами хорошо работать. Туда выходишь отпиливать вагонку, там холодище. Так. Вагонка тоже разная идет. Вот по сучку вон треснула. Она разная идет, некоторая прям хорошо встает, некоторая кривая, трудно заходит. Вот как эта вот она плохо шла. Пора доставать растягаи и овощи тоже. Вот так вот они запеклись. Убираем их. Thank you.
тягая зарумянились. В наши овощи добавляем творожный сыр. И разминаем все в пюре. Теперь в нашу овощную массу добавляем спагетти, которые я отварила ранее. И перемешиваем. Разравниваем. И сейчас сверху будем натирать сыр. Ставим наши спагетти в печь, чтобы разбавился сыр и запекся. Пылу с жару. Посмотрите, какая у нас запеканочка. Сверху хрустит. Какой запах. У нас сегодня, друзья, шедевр, ну и, конечно же, классика, растягай с рыбой. А к классике у нас сегодня зеленый чай. Кипятка мы уже налили и немножечко заварки. Хотя зеленый чай, он считается такой прям с кофеином. Угу. Вечером его, наверное, лучше не пить, потому что не уснешь. Но у нас сон хороший. Я думаю, что многих интересует, насколько это вкусное блюдо. По 10-бальной шкале мы сейчас оценим. Пробуй ты. Ну, Катя накладывала. У меня просто слюни уже текли, как это все, вот сыр этот тянется. Ох, просто красота. Еще вот все. Все горячее. Сыр еще такой плавленый. Не застыл. Это очень вкусно. Можно вот 10 из 10 просто поставить. С учетом того, что там нет мяса. У нас сегодня получается такой рыбный день. Овощной и рыбный день. То есть тут у нас ни фарша, ничего нет. А здесь у нас только рыба. Но это очень вкусно. Так что, допустим, кто мясо не ест. Или хочет там разгрузочный день провести. О,
Самое то. Тем более сейчас как раз последние овощи остались. Они уже такие невзрачные, у кого-то последние помидорки доходят, перцы там лежат. Ну или можно купить и сделать это даже зимой блюдо. Ну, оно достаточно сытное. Своего рода это запеканка. Угу. Какая красота. И в этом блюде присутствует такая ярко выраженная кислинка. От чего-то вот? От помидор, наверное, да, это? Нет, это от перца. От перца? Она такая приятная. К месту, я бы так сказал. У нас вот сегодня дегустационный вечер. Распробуем новое блюдо. Если посмотреть, ингредиенты максимально простые. По такому принципу еще томатный суп делают. Помидорки запекут с луком, потом блендером измельчают их, добавляют сливки, все это перемешивают, немножко подваривают, и получается суп вкусный. Можно также еще тыквенный сделать, ну, из любых овощей. Тыквенный суп? Угу. Такой суп-пюре получается. Такую в этом году уродились. Одна особенно. Добавочки. Обязательно. Так, давайте я тоже положу. Давай. Так, давай, тут еще осталось.